Забрала посылочку с продукцией Oriflame и покажу вам, что внутри. Вот такое закрепляющее быстросохнущее покрытие для лака. Для тех, кто сам себе красит, покрывает ногти обычным лаком. Оно защищает от сколов, трещинок и дает ультрасияющий блеск. Продлевает стойкость маникюра. Далее. Универсальный увлажняющий крем для лица и тела, объем 150 мл. Очень богатая питательная текстура, он подходит как для тела, так и для лица, для всех типов, для всех возрастов, даже для чувствительной кожи подходит. Глубокое увлажнение кожи до 12 часов. И есть еще в заказе похожие кремики, здесь уже другой объем, 75 мл. В составе, как и в предыдущем креме, витамин Е, масло канолы, но этот крем более легкий. Тот очень питательный, а здесь такой насыщенно увлажняющий. Быстро впитываются и защищают кожу от неблагоприятных условий. Также из этой серии вот такое очищающее средство для умывания 3 в 1. Оно с глицерином, не сушит кожу, pH сбалансирован, содержит масло канолы и витамин Е, не содержит мыла и спирта, подходит для всех возрастов и типов кожи, включая чувствительную. Вот такая умывашка для тех, кто не любит пересушивать кожу. Зубная паста, которая очень освежает дыхание, чистит зубки, щечки, язык, десна. Хороший состав, часто покупаем. Для нашей семьи пасты Oriflame. Она защищает от налета, кариеса и зубного камня. Здесь 75, нет, 100 миллилитров, прошу прощения. Вот такая новиночка. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Обновленная версия. Этот крем содержит полезные питательные вещества, которые уменьшают темные круги под глазами за счет наличия кофеина, антиоксиданты также в составе есть, питательные вещества. Этот крем и защищает, и увлажняет, и напитывает, и немного осветляет кожу под глазами, делает ее мягкой, увлажненной, охлаждает кожу и возвращает взгляду сияющий вид. Следующее у нас в заказе 3 позиции. Это супер тушь для ресниц Giordani Gold. Красивый флакончик. Она дает супер объем, длину, разделение, изгиб. В общем, может все. Заметно увеличивает объем, действительно. Длину ресничек продлевает. Насыщенная черными пигментами, классическая щеточка, прокрашивает каждую ресничку, стойкая, действительно, до поздней ночи можно ходить, разделяет, подкручивает реснички, очень приятно ощущается, не осыпается и содержит, кстати, экстракт незабудки для питания ресниц, вот такой бонус. Далее в заказе вот такая стойкая губная помада в стике, оттенок розовый коралл, насыщенный такой яркий цвет, невесомая кремовая текстура, комфортная, сохраняет интенсивность оттенка, не растекается в течение дня и не пересушивает губы, даже их смягчает, достаточно долго держится и на губах практически не ощущается, очень хорошая помада. И последнее в этом заказе — это вот такой карандаш для глаз «Черная ночь». Выкручивающийся грифель. Мягко рисует. Если нужно затачивать, то это можно сделать рифленую салфеточку, если так покрутить. И будет остренький этот кончик. Обладает ультракремовой текстурой, цвет не теряет яркость в течение дня, не смазывается. У меня на регулярной
основе повторяется другой оттенок именно такого карандаша, более бордовый. И я в полнейшем восторге, во всех сумочках он у меня есть. Приятный, насыщенный цвет, не царапает глаз, не тянет века. В общем, я такие карандаши обожаю, и у меня их очень много в запасе. Вот и весь заказ. На этом у меня все. До встречи в новых видео. Пока-пока.